Вот так вот она получается в лежачем положении находится данная колясочка. Вот полностью лежачая. Чтобы ее посадить, здесь есть ремешки с двух сторон. Они между собой будут застегиваться. После чего поднимаем спинку. И вот здесь вот застегиваем ремень, регулируем спинку малыша. И вот здесь вот будет малыш сидеть. Ремни идут пятиточечные. Ручка не перекидная, перекидной идет блок. Таким вот образом. Коляска идет, складывается. Чтобы коляску сложить, надо блок сверху снять.